Всем привет, уважаемые телезрители! Перед просмотром видео подпишитесь на канал, если видео понравится, поставьте лайк. Ну а я начинаю. Ученые заметили необычное поведение рыб вида Haunas endevauri. Вместо того, чтобы пропускать воду через жабры, они задержали дыхание и могут находиться без кислорода до 4 минут. Для дыхания большинство рыб захватывает воду, которая содержит кислород, ртом прокачивая ее через жабры, а затем выталкивая из жаберных щелей. Теперь же была найдена рыба, которая задерживает воду в жаберных камерах и может держать ее там до 4 минут. Этот вид рыб называют также рыба-гроб. Исследователи наблюдали за представителями данного вида в разных частях Атлантического и Тихого океана и не заметили явных признаков вдоха и выдоха на протяжении нескольких минут. Оказалось, что рыба задерживает воду в своих жаберных камерах и выпускает ее только после того, как израсходует весь запас кислорода из нее. При этом объем тела этой рыбы может уменьшаться на 30%. По мнению ученых, задержка дыхания долгое время может помочь рыбам данного вида сохранять энергию, которую они использовали бы для активного перекачивания воды. Кроме того, раздувание до такого размера может быть также сигналом для хищников, которые явно будут испуганы и удаляться прочь. А вы слышали про данный вид рыбы или про ее необыкновенные способности? Напишите свой ответ в комментариях.